Вечером, когда пришли из медпункта делать наркотический укол, Коля сказал Акиму: «Идите, Витя Енисей любит. Какой вам тут интерес со мной?» И дрогнул губами, отвернулся. Не любил он себя поверженного, слабого. Бегущий, услужливый, он бы сейчас водку да по реке нас, стричь волнам и ветру, да на опариху бы. На горке, возле магазина «Кедр», от которого спускала сломанная лестница к дебаркадеру, собралась молодежь. Цвет поселка чушь. Название поселка мне еще в прошлый приезд пытались объяснить старожилы. На Оби, невдали от которой берет начало и выходит к Енисею и Косым, местные рыбаки любят есть парную стерлядь, нарежут ее почти еще живую, посыплют солью и перцем, да под водку и наворачивают. Нехитрое это блюдо называется чушь. Не оттуда ли, не с Оби ли, приплыло название, но чушь здешние жители не едят, они предпочитают малосольную стерлядь.